Уже не первый год в Мозыре в канун Дня Великой Победы проводится легкоатлетический пробег. Можно сказать, соревнование, которое в этом году именуется в едином забеге под флагом страны. Легкоатлетический пробег и эстафета будут проходить 7 мая в 10 часов старт с площади Ленина. Дистанция 5000 метров. Будут проходить среди мужчин и женщин забеги по возрастным 5 категориям. Приятно отметить, что этот пробег проходит уже у нас традиционно. И участвуют с удовольствием все и любители, и также учащиеся, которые будут участвовать в эстафете. Эстафета среди команд учреждений образования будет состоять из 10 этапов. 6 отдано на откуп мальчикам, 4 этапа будут девичьи. Дистанция 5000 метров такая же, как и для участников пробега, в котором имеют возможность принять участие все желающие поклонники спорта, физической культуры и здорового образа жизни. Участники, которые хотят принять участие без команды, то есть ни предприятия, ни организации, они приходят со своей справочкой медицинской о допуске к пробегу. Если таковой нету, и они себя чувствуют хорошо, то пишут расписку прямо на месте в студенческой коллегии. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех любителей принять участие в таком важном и ответственном патриотическом пробеге. Не сомневаемся, что настоящие любители спорта и физкультуры примут приглашение, и мы увидим их на старте легкоатлетического пробега, посвященного Дню Победы в едином забеге под флагом страны.